Ну и завершая наш выпуск, весне быть. К концу рабочей недели синоптики обещают наступление майского тепла. Снег в городской черте почти полностью растает, но все же картина будет не всегда солнечной. Так, в московский регион придут ливни. Об этом сообщает местный портал РИАМа, ссылаясь на Метеовести. Теплый сектор циклона накроет столичный регион еще в начале недели. Вместе с ним в Московскую область придут дождевые тучи с температурой на 2-3 градуса выше климатической нормы. Солнечную погоду и настоящую весну жители встретят уже в четверг. Температура на 5-6 градусов превысит многолетние показатели. Днем будет 11-16 градусов выше нуля. Весь пятничный день тоже будет тепло, а температура будет похожа на начало мая. А уже вечером с приближением холодного фронта прольются скоротечные освежающие ливни. Воздух успеет прогреться до плюс 12-17 градусов. В связи с резким потеплением губернатор Андрей Воробьев поручил уделить МЧС особое внимание территориям Подмосковья, которые обычно подвержены подтоплениям. Для этого в ведомстве региона создана команда из 40 тысяч человек и почти 9 тысяч спецтехники. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.